Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок. Поэтому полиция дала маньяку прозвище Звонарь. Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салема мы что узнали, означает что изображение колокола показывает. Рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не известно, стал своеобразной карточкой маньяка. Очевидно, что между жертвами нет ничего. Так у вас нет зацепок? Ни одной? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он спёртый кошелёк! А что, ты стал взрослым? Мам, мне больно! Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! Арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Вся семья плотная, клеймо ставить некуда. Чем же ты, он, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован. Да! Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебя устрою. Эй, аккуратней, леди. Боже. Нет, 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 нет! Я еще жив. Я все исправлю. Надо только вернуться в тело, тогда, возможно, я очнусь. Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Нет. Да ну же! Черт! Ah!
Эй! Эй! Стой, ты! Стой, сволочь! Ронан, не верю. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой, Джулия. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Но что? Нет. О, нет, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. Или на мосту, называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти? Туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. У нас мало времени. Думай, что ты не успел закончить. Я не знаю. Так выясни это. Ну иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Алло? Тут около Ригала человек застреленный лежит, весь в крови. Пришлите скорую. Не дышит. Мой друг говорит, он не дышит. Пульса нет. Там повсюду битое стекло и кровь. Черт. Дело дрянь. Да, я не буду отключаться. Эй, парень, ты меня слышишь? Дамочка, пожалуйста. Черт. Эй, ты. Эй, слышишь? Вернись. Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты здесь не первый день. И знаешь, как тут все устроено? Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами. Повезет, спасешься. Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Способность становится даром. А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего. А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличье. Смысл их существования — поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Постой, постой, я еще хочу кое-что узнать. Твою ж мать! Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ладно, увидимся.
Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Ха. Зря ты прикидывался одним из нас. Ха-ха. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? Эй, Бакстер, эй! Эй! Ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага, это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой, а дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя... Ладно, ладно. Можете не торопиться. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Ну и ночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан, не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок, кто-то видел, как в этот дом вошел звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Семь пуль прямо в грудь, правда, в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. На, живешь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. В квартире наверняка остались улики. Вот она, моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо пройти следом за Стюартом. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Как это получилось? Это я сам? Эй, эй! Вернись! Эти записи не для тебя. Супер. Так, надо подняться на четвертый, пока полиция улики не выгребла. Эй, Брайлз, видел девочку, что тут живет?
Как объявится, сообщишь мне. Усек? Черт. Это пушка мамин подарок. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семье. Если бы только я могла уберечь Джои, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Ты арестован. Ненадолго приютить. Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Выбросил из окна. Расстрелялся и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь. Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий. Но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну, что он своего же убил? Это как-то уж... С этой работы я каждый день убеждаюсь. Люди способны на все. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут. Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Убирайся к черту! Проклятие, если ты еще раз в меня вселишься, ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Хватит. Я разыскиваю своего убийцу, того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Погоди-ка. Ты меня видишь? И слышишь? А, черт, я понял. Ты же медиум. Ха. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должна.
Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас. Ладно. Что? Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду. Послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Пора возвращаться в участок. Какое странное чувство опять сюда вернуться. Туда, где в свое время спасался от свалившегося на тебя одиночества. Забавно, как все повторяется. Сегодня он впервые стрелял, а обычно предпочитает ближний бой. Так что если к нему подойти, он получает преимущество. Но, сэр, если к нему не подходить, то как мы его арестуем? Вспомни, чему тебя учили. Он убил копа, он в розыске. Стреляй без предупреждения. Нет. Пока никаких подозреваемых. Лейтенант, все это из-за плохого руководства. Кто бы не разрешил Ронану действовать в одиночку, вина лежит на вас. Сегодня мы потеряли одного из наших. А у вас никаких подозреваемых и никаких зацепок? Послушайте, он был в перчатках и, похоже, в квартире ничего не трогал, кроме дверной ручки. Не оставил ни следов, ни волокон, ничего! Если вы думаете, что я не хочу поквитаться с этим парнем, то ошибаетесь! Сбавь обороты, Рекс. Все знают, что он твой деверь. Так что можешь не напоминать. Но если снова сорвешься, еще один из нас присоединится к Ронану. Понял? Найди убийцу. Или улику, которая приведет нас прямо к нему. Это приказ. Да, вас понял. Каждый такой ключ — это статья. Каждый ключ. Понимаешь? Нет? Ладно, что ж. Сиди тут, тихо.
Ты здесь надолго. Черт. Так, слушай. Слушай, я могу тебе помочь. Досье на звонаря, оно где-то здесь? Да, и оно поможет найти мою маму. Но я ведь говорила, ты мертв. Как ты мне поможешь? Эй, я это место лучше знаю. С кем твоя мама тут работала? С кем? Не знаю. Она называла его бастард. Бакстер. Ясно. Его кабинет на втором этаже. Я тебя проведу. Идем. Куда идем? Они смотрят. Отвернуться. А где все? Обычно детективы днем работают. Так, а где кабинет Бакстера? В том коридоре, справа. Ладно. Хочешь, чтоб тебя застукали? Прошлась тут как торнадо. Тут до меня все так уже и было. Да, понятно. Где можно спрятать досье в такой комнатенке? Да хрен знает. Кто-то прятал твое настоящее досье. Вот доказательство. Надо же, он так и не дал ход компромату на меня. Ага, не торопись. Нормуль, досье само найдется. Ладно, давай-ка успокоимся и подумаем. Его же не будут хранить у всех на виду. Надо просто поискать. Вроде нашел. Покажи. На стеллаже сбоку кнопка. Да, это оно! Надеюсь, ты понимаешь, что здесь написано. Ведь правда? Да, но не все. Последняя запись, он про меня знает. Боже, он за ней охотился. Еще ничего не ясно. Ладно, пора идти. А черт! Стоп, что это? Музей? Очень странно. Откуда это в досье? Не знаю. Ты возьми с собой, и там разберемся. Она здесь. Надо проверить. По всем кабинетам. Так, валим. Не высовываться. Давай, давай. Эй, ты далеко собралась? Если тебе так надо, сам ищи свои долбанные улики. Одна ты мать не найдешь. Что? Твоя мать составила это досье, чтобы помочь найти убийцу. Там не сказано, что стало с ней самой. У нас разные цели, но путь к ним один, надо найти убийцу. Мне нужен помощник в мире живых, а тебе ищейка. Последнее дело. Кладбище Эшленд Хиллс, его не видно, но оно там. Что? Не знаю, видимо, она считала, что тут замешан звонарь, а копы нет. Ладно, пойдем туда. Эшленд Хиллс. Мы не думаем. Да хорош, мы нужны друг другу. Я тебе нужна больше, чем ты мне. Короче, мы партнеры. Ладно. Временно. Ну, а больше мне и не надо. Ронан. Ронан О'Коннор. Я... Джой. Серьезно? Ронан, что ли, лучше? Имечко прям, как из средних веков. Так мы правда идем на кладбище? Ну? А, мне надо кое-что сделать. Встретимся там. Не-не-не-не-не. Никуда я тебя не отпущу. Или так, или все отменяется. Если не приду, значит, не судьба. Все? Понял? Я на тебя очень рассчитываю. У меня больше никого не осталось.
Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила. Скоро и меня туда закопают. Но это не наш дом, просто клочок земли, куда кто-нибудь придет, чтобы нас вспомнить. Только еще одного долбанного призрака мне не хватало. Прости, что я так долго, Джулия. А вот в участке было тепло и уютно, правда? Ты там потихоньку бегала за фонариком? Потише! Я тебя не вижу, и мы не разговариваем. Усёк? Тут полно людей, которых я знать не хочу. Эй, повежливый! В досье сказано, что тут произошло убийство. Я вижу только листья и грязь. Мы не могли зайти в тупик. Не так быстро. Вот бы спросить ее, Софию. Черт возьми, а ведь точно, это тот призрак, что шел за мной. Девчонка никак не отвяжется. Это она. Та, что на фото. Не бойся меня, я хочу узнать, кто тебя убил. Да, да, я полицейский. Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня. Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Я не знаю про договор. Прошу, перестаньте. Что за чертовщина? Договор? Не понимаю, какой еще договор? Нет. Сейчас тебя убьют. Ты еще ребенок. Не надо на это смотреть. Клянусь, я не знаю про договор. Пожалуйста, нет. Не надо. За что вы так со мной? Кто вы? Что вы делаете? Так это вы! Нет! Я не хочу это умирать! Знак. Я не хочу умирать! Не надо, прошу! Нет! Прошу! Нет! Он на тебе. Его знак, он что-то означает. Отстань от меня! С
Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук Звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини. Хорошо, ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва Звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу?
Айрис. Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного, сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Она в палате 216. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Проклятие. Мы с тобой боялись электрошока, но, похоже, уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Я хочу помочь. Не трогай мою сестру! Я не буду трогать. Не подходите! Опа! Ни хрена себе, она меня видит. Круто! Этот знак я знаю. Я его уже видела. Я не помню. Может, в мамином досье? Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Нет, договор! Я знала, что это плохая идея! Стой! Договор? Она все помнит, она соображает! Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Айрис, ты в порядке? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец! Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему, помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так, хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай.
Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Когда ищешь маньяка, все примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось вспять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. Звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Странно, что тут нет про обвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть. Джой? Я же велел тебе присмотреть за Айрис. Тоже мне начальник. Зато я тут кучу всего нашел. Звонарь убивает жертвы так, как раньше казнили ведьм. Схожу наверх, вдруг там тоже что-то есть. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты. Ты вообще не врубаешься. Не врубаюсь? Мою жену убили 3 года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где. Да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? 2-3 дня назад. А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся, я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну, прости. Я не знала про твою жену. Да. Ладно. Будем действовать, исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может, мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копам. Ладно, увидимся. За спешка, ребята. Куда это вы? А, нет.
Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Слава богу, ты жива. Нет, нет, Джой! Джой, не надо! Зараза! Лейтенант, я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Айрис? Нет! Нет, пожалуйста, перестань! Прошу, оставь меня! Не надо! Если бы она осталась в больнице, была бы жива. Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Помни о том, что ты не виноват. Прости. Что ему еще тут было нужно? Так, давайте сфотографируемся, нам нужно на торжество. Все заходите. О боже. Она жива? Все нормально, все хорошо, хорошо. Не торопись. Отпусти, отпусти, он здесь. Что? Эй, послушайте, вам придется уйти. Нет, это не характерно для звонаря убийства. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики. О боже. И что теперь я должен ей сказать? Зачем убийца сюда приходил? Ее не назовешь идеальной соседкой. Да и грубовата она немного. Зато комната очень хорошая. Со временем вы поладите. Не волнуйтесь, я умею ладить с кем угодно. Отлично. А вот и комната. Пришли? Отец, что с вами? Беги, беги!
убийца пришел за Джоя, а убил Айрис. Этот след никуда не ведет. Так где же Бакстер? Если его здесь нет, значит, ему придется объясниться. Ну что скажешь? Что-нибудь видела? Ты же призрак, вытащи меня отсюда. Давай. Поверь, так будет лучше, правда? Ну да. Но что там произошло? Он не мучился. Ты врешь. Он погиб, защищая невинных, все, что могу сказать. Он погиб из-за меня. Эй. Невменяемость не поможет тебе уйти от обвинения в незаконном проникновении и побеге. Так что хватит прикидываться, ясно? Рекс, отвали от нее, а? Может, объяснишь нормально? Нет? Так я и думал. В участке решим, что с тобой делать дальше. Почему со мной вечно проблемы? Джой, скажи ему, что мы нашли. Они должны знать все. Попробуй его как-нибудь убедить. Куда пойдешь? След убийцы ведет в тот особняк, который мы видели в музее. Расскажи о нем Рексу. Возможно, это логово убийцы. Ладно, попробую. В свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. Твою мать, это что еще за дерьмо? Что это такое? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала, только сама лишь ведьмою стала. Кара настигнет ее в эту ночь. Сгинет в мучениях, блудная дочь. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все осмотреть. Господи, Бакстер! Я должен был тебя остановить. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок. Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Ты думаешь, это я звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал! Что ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы с экстрасенсом... С Кассандрой выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело, даже после приказа Рекса. Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой, стой, стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой: я знаком со смертью. И что-то там вроде: мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна.
Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка, но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь. Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты исчадие ада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты малюешь? Мой знак, как клеймо, прожжет плоть этого города. Пусть это займет целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в Салеме. Стоп. Выходит, мой убийца Абигайль? Она звонарь? Разве это возможно? Нужно выбираться отсюда и выследить ее. Диспетчер, Рекс уже проявился? Он вез девчонку в участок. Сейчас мы его вызываем, а он не отвечает. Ни по рации, ни по телефону. Нет, его не было. Как появится, мы сообщим. Вас понял. А черт, если Рекс пропал, значит все происходит прямо сейчас. Орудие смерти, то есть ее смерти, там, где ее казнили. Речь идет о виселице в музее. Держись, малышка, я иду. Ни одно убийство нельзя оправдать. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это еще отвратительнее. Джой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. Нет, только не ты, Рекс. Она тут совсем ни при чем, убегай! Еще как причем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Туда, вниз, идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом и обрел силу, которую обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Абигайль, стой! Что ж ты делаешь? Не сейчас. Так это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. Все кончено, бегай. Время пришло, Абигейл Уильямс. Ты проклятье Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи!
Не может быть. Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. Бакстер. А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке. В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Не мог. Нет, этого не было. Да я бы в жизни. Ты сделала меня убийцей. Ничего, ты отправишься со мной. У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно, иногда нет. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Райс был убийцей, но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Рекса. И, надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать, на это даже самые суровые копы закроют глаза. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Салин ждут лучшие времена. Смерть – расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верю. Но оказалось... Жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен. До конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Ронан.